Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами снова я, артист российского цирка Дан Запашный. Тихо, не спеша, но и в то же время уверенно я подобрался к своей первой круглой цифре 10, которая соответствует номеру этого влога. Этим летом я создал этот канал и записал свое первое видео в городе Волгограде. В нем я немного рассказал о своей работе, о своей семье и, конечно же, упомянул город, в котором я родился. Ну и так уж получилось, что влог номер 10 я снимаю на своей родине, в городе Костроме, где я сейчас нахожусь. Здесь довольно холодно, температура воздуха минус 17 градусов, зато погода сегодня ясная и настроение у меня замечательное. В общем, друзья, здесь я нахожусь на гастролях, которые продлятся с 22 декабря по 13 января 2019 года. Чувствую, как у меня уже губы слипаются. Все-таки 17 градусов – это не шутки. Сейчас я иду в свой автомобиль, немножко согреюсь, и мы поедем в одно интересное место, где я продолжу свой влог. Знаете, я очень люблю свою работу, потому что мне замечательная возможность посещать разные города и узнавать для себя что-то новое. Ну, а поскольку я сейчас нахожусь на своей родине, в городе Костроме, то я считаю просто своим долгом вам рассказать об этом замечательном месте. Город этот небольшой, и он может показаться вам даже провинциальным, но это не совсем так, потому что это город с очень интересной и древней историей. Основан он Юрием Долгоруким в 1152 году, он же основал в 1147 году нашу столицу, Москву, поэтому можно смело заявлять, что Кострома – это младшая сестра нашей столицы. Население здесь составляет меньше 300 тысяч человек. Если вы соберетесь ехать до Москвы на автомобиле, путь займет около 340 километров, так что это не совсем далеко. Ну и также Кострома является частью Золотого кольца России. По популярной версии, название города произошло от славянского обряда похорон и воскрешения сезонного духа растительности – Костромы, который явился прообразом сказочной героини Снегурочки – ледяной девушки, растаявшей от любви. Для тех, кто не знал, мне очень приятно сообщить, что именно на Костромской земле расположен известный всему миру Ипатьевский монастырь, откуда берет начало свой род семья Романовых, правящая Великой Российской империей чуть больше 300 лет. Именно на Костромской земле совершил свой подвиг народный герой Иван Сусанин, защитивший родную землю, а также будущего царя ценой собственной жизни. Более того, под началом Павла Михайловича Третьякова в Костроме было развито льняное производство, и благодаря собранным средствам он смог открыть знаменитую Третьяковскую галерею в Москве. Также стоит отметить Александра Николаевича Островского, известного костромича, часто называемого русским Шекспиром. Из самых ярких работ стоит отметить «Бесприданницу» и «Снегурочку». Кстати, к слову сказать, «Снегурочка» тоже родом из Костромы. Как вы видите, об этом городе можно рассказывать довольно долго и много, но мне с вами захотелось поделиться самыми основными фактами. Я думаю, что вам было интересно, а если это так, то всегда дополнительную информацию можно узнать в книгах по истории России или погуглив немного в сети. Друзья, стоит еще упомянуть то, что сам Ипатьевский монастырь был основан в 1330 году татарским Мурзой Четом, и до сих пор это здание находится в прекрасном состоянии. Ну а теперь, я думаю, нам пора ехать дальше.
Ну а сейчас мы приехали в очень особенное для меня место. Это то место, где я родился. Мы находимся возле роддома номер 1, который располагается на проспекте Мира 8 в городе Костроме, о котором я вам уже много рассказал. И мне очень захотелось вернуться, если можно так сказать, к истокам, потому что это особое здание. Оно было построено в прошлом веке, и, насколько я знаю, то вообще это был женский монастырь. Здесь особенная атмосфера. Каждый раз, когда я гуляю и прохожу мимо этого здания, у меня какое-то чувство гордости возникает, потому что, судя по постройке, по архитектуре, это не совсем обычное место. Оно пропитано какой-то, если можно так сказать, магией. И я вам хочу сказать, что каждый раз, возвращаясь в города, в голове остаются какие-то приятные, добрые воспоминания о местах, где ты проводил свое время. Возможно, это были какие-то очень приятные моменты с друзьями или какие-то просто воспоминания, которые спустя года, а может быть даже и десятилетия, остаются с тобой, и ты, снова возвращаясь в это место, можешь просто наслаждаться, улыбаться воспоминаниями, которые у тебя остались. Ну что, друзья, накануне уже Новый год, и мне хочется заранее вас поздравить с этим важным для России праздником, пожелать вам всего самого доброго, хорошего, позитивного, здоровья, счастья, удачи и благополучия. И пускай все неудачи и невзгоды, которые были в 2018 году, они здесь останутся и не пересекут рубеж Нового года. Мне очень приятно то, что у нас образовалось такое вот комьюнити на YouTube, и я надеюсь, что в следующем 2019 году много будет интересных влогов и историй. Я вас еще раз поздравляю с Новым годом и до новых встреч, друзья. Пока!